Приветствую вас на канале Абекасын. Сегодня я покажу, как сделать кирпич на моих лего станках. Вот как видите, тут я использую красную глину. Она должна быть более мягкая. Для этого у меня нет дробилки. Ну, я как вручную просеял эту глину. Ну, продробил вручную. Просеял и добавил 20% цемента. Ну, я посчитал по ведру, сколько это получится. Сейчас все это смешаю. Вот видите, наша глина это готова. Прессованием. Видите, сухой слой. Geht ja zum Sünke. Правда, пока делал раствор, чуть потемнело. Вот. Это все. Темное время делать. Так как не крепил ножки, поэтому чуть получился, как видите, вот наш идеальный лего кирпич. Красивыми боками. Эти места, так как я матрицу не крепил на болты, поэтому остались такие эти. Вот это вот идеальный лего кирпич, как у нас получился. Крепкость нормальная, спокойный его. Правда, я в темноте не вижу, меня глаза слепят. И кирпич остается целым. Если хорошо использовать вот такую красную глину, вы получите идеальный кирпич Лего. Плюс, если используете как по технологии. Как видели, я все это делал вручную. И вот такой у меня кирпич получился. Вот видите, матрица приклеилась. Тут матрица, как видите, я вам показывал, что получилось у вас лего для формирования, чтобы был у вас это, с выемкой. Берете матрицу, тут две эти, она крепится, и вы получаете кирпич для...